Доброе утро, с вами Лия Загаштова, и это рубрика «Мимоходом». Сегодня мы узнаем, как жители Карачаева и Черкесии поднимают по утрам себе настроение. Доброе утро, дорогие жители нашего города. Что вы делаете, если вы встали не с той ноги? Ну, стараюсь поднять себе настроение как можно быстрее. Ну, если некому поднять, то стараюсь сама себе поднять. А как вы поднимаете себе настроение? Чашечкой кофе, во-первых, вкусного, можно с шоколадкой. Можно посмотреть просто в окно. У нас очень красивые горы, красивая природа. Как ты себе поднимаешь настроение по утрам? Я покупаю себе что-нибудь сладкое, киндер, сникерс. Желаю всем горожанам доброго утра. Как вы делаете так, чтобы с утра у вас было отличное настроение? Позитив должен быть с утра. С хорошим настроением надо вставать. Кто вам поднимает настроение? Я сама себе поднимаю. Только сама себе? Да.